Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Tower of Time. И, собственно говоря, вот мы здесь, и я, черт возьми, вообще не помню, что у нас здесь. Вот, нам надо какие-то потушить маяки, вроде типа того. Вот, и давайте, собственно говоря, это и сделаем. Вот, было бы неплохо, конечно, возмездие, на самом деле, наверное, надо бы в город вернуться и посмотреть испытания. Забыл. Так, блин. Какая-то заставка. А, не, нифига. Так, опять эти големы душные. Ну ладно, тут, в принципе, бесполезно что-то подбирать оружие, потому что в любом случае находится какая-то зараза, которая имеет иммунитет, поэтому... Так, ну что, давайте по стандартику пока врубим скорость. У нас все равно пока не все будут копиться. Блин, девка, конечно, бегает, просто дичь. Так. Теперь сразу вырубим. Как-нибудь бы... Ладно, давай так. Ну, давай так. Так. Потом так, потом так. Так, ты сразу давай туда же. Туда же. Туда же. Ты так. Вот так вот. И потом куда-нибудь вот сюда вот. Все сработало, офигеть. Все за раз причем. Так, ну и ты, соответственно, давай тоже. Вот так. Вот так. И вот так. Все, сейчас вообще за секунду все там умрет нахрен. Так. Ну да, за секунду, собственно говоря, и померло вам все. Так, это кто это там такой? А, это башня. Блин, я уже думал, нифига там помирают. Народ-то помирает. Вот прям интересно, сейчас вот по урону, что у нас здесь. Что-то прям пипец, конечно. А что это такое? Смотрите, плюшки какие-то. А, они раньше были? Чего? 18%, неплохо. А, вот 6-4, да, маны у нас, у мужика 2-1. Такое себе, конечно. Амин, Вера. Так, наверное, надо бы отсюда откуда-то. Блин, как же они медленно, а? Деваха, только не стреляй. Да ты тупица. Зараза. Ладно, давай так. Так, мужик. Ядрит твой... Ой, нормально. Давай туда. Давай так. И вот туда иди. Давай вот так еще, и вот туда. Так. Давай ты тоже сюда. И обязательно вот эту штуку. Вот так. И футболочку. Вот так. Ну еще вот так вот. Так, здесь у нас так. И все, и маны нет. Ну давай по этой стреляй. Так, все. Тупо смотрим. Сейчас там просто все будет умирать нахрен. Ой-ой-ой, до кого так? А, это башня. Башня сама по себе что-то как-то умирает, странно. Так, ага. Два у нас кекса. Слакают за серии, блин. Раздроблен. Блин, вот этот крепенький, гад. Давайте-ка, наверное, поближе подойдем. Так, так. Ну, достаточно, так скажем, достаточно легкие бои. Ничего не скажу. Достаточно легкие бои. Если танку еще прокачать этот в мастерство, то у него хилка будет вообще просто реген бешеный. Вот у него 11 секунд реген. Просто что-то нереально. Это свой реген. А еще вот если этот добавить, то просто вообще просто псих какой-то. Ой-ой-ой, ничего себе у вас там. Так, а ты достанешь? Никак, да? Жаль. Ладно, на, немножко подальше. Пока, мужик, давай вперед. Главное, чтобы там никто не стрелял из этих столопов. Нормально. Вот так вот. Давай так. Давай так. Стоямба. Ты, наверное, даже... Блин, надо было вот так подойти, наверное, поближе. Сейчас там могут нашего запинать. Сейчас мы ему хилочку подкинем. Вот так. Потом так, потом так, потом вот так. Вот так.
Yes. Так, ты нам давай вот это вот урончика. И вот так. Ты давай вот так. Главное, ворота нам вот так. И потом вот так. Сейчас там просто мана у всех. Все одновременно сейчас. Пипец. Ой-ой, это кто у нас там? Так. Ну и все, собственно говоря, вперед. Там просто все уничтожается, офигеть. Вообще просто исчезает. Какие там сопротивления? Ну их нахрен. Здесь просто все... Кстати, портал вообще и не нужен, телепорт. Надо его заменять. С такими скиллами... Кстати, сейчас вот даже импакт посмотреть охота. Так, у нас побеждает... Кстати говоря, вот этот побеждает. Масс эльф какого-то лешего. У нас лучница вообще нет, самое не алё теперь. Но это из-за замасух, конечно. По боссам, мне кажется, лучница должна нормально навешивать. Так, ладно, тут шмотки уже не важны. А вот скилл бы, конечно, у тени у нашей надо бы заменить, потому что что-то мы им вообще еще ни разу даже не пользовались. Так, давайте-ка, наверное, сменим на что-нибудь, ну, что-нибудь типа такого, наверное. Да, у нас как раз еще прокачать можно будет. На, посмотри, что дает. Сковывает врагов на 3 секунды. Прекрасно. Прекрасно. Чисто урон. Чисто в контроль. Фигануть так и вот так. Ну, пускай себе сковывает. Не жалко. Так, эта башня хороша. Кстати говоря, ей надо еще прокачать. Так, урон минус 10. Броня плюс 10. Ага, это чисто танк. Чисто танковая башня. Ну да, давайте. Чисто укрепляет башню урона, толкает эффект способности, остальные передвижения в руку. Да, меня устраивает. Так, сюда, наверное, надо забрать. Забрать и... А, ну и без разницы. И без разницы, окей. Так, здесь у нас все взято. Окей. Так, сохраняемся. И погнали. Голды. Так. Так, я там вижу фонтанчик какой-то. О, маленькая кузница, прекрасно. Так, штаны сейчас, так вот вообще, по-моему, уже зеленые вещи не котируются. Записка. Природа магии, автор Протей, том 8. Итак, еще раз, что именно является магия? Чем именно является магия? Хотя происхождение узлов маны до сих пор остается загадкой, сейчас у нас есть прекрасное понимание того, как работает магия. Наше бытие определяется жизненной силой, физическим проявлением души внутри нас. Мана — это внешняя сила, хотя она и чужда нашей природе, она может быть поглощена нашим телом, переработана им и впоследствии добавлена к нашей жизненной энергии, создавая новую ветвь в этом процессе. Затем она может быть перенаправлена во внутреннее либо внешнее физическое проявление. Во внутреннее, когда мы хотим стать сильнее сами, а во внешнее, когда мы хотим изменить окружающий нас мир. Что касается пределов физического проявления, их еще предстоит открыть, если таковые имеются. Пока что, судя по всему, единственным ограничением является наша собственная фантазия. Окей. Так. Ну что, давайте улучшим. Так. Так, тут у нас и так все улучшено. По сути, вот эту штуку, представляете, улучшить? Шлемак. Вот на самом деле, блин, давайте, наверное, танка. Танк у нас прям вообще супер-дупер какой-то. Единственное, вот, наверное, щиток вот этот вот можно будет улучшить. Потому что, когда у нас будет воздаяние 2. С другой стороны. А ну нахрен. Так, здесь тоже у нас что-то ни рыба, ни мясо. Может, лучница что-нибудь улучшить? Так, здесь у нас 4 силы. Очки здоровья. Ну, такое, да? Так, вот, в принципе, вот что-нибудь можно такого. Он физический урон, да? И шанс крита 34. То есть, получается, до 50 мы его можем догнать. Но я думаю, что контроль лучше, чем шанс крита. Хотя, с другой стороны, у нас есть скилл на 18%. То есть, там вообще... Каждый удар будет критом. А вот. Но станы, я все-таки думаю, что станы получше будут. Станы будут получше. Вот, а так просто тратить что-то как-то неохота, да? Так, давайте посмотрим, что здесь. 10-10 очки, моя регенерация здоровья, увеличение сил навыка. Ну, вот, в принципе, можно вот что-нибудь типа такого, да? До фиолетового, да, давайте. Деваха у нас вроде неплоха. Неплоха. Так. У тебя получается 10-10. Ага, и заклинание. Прекрасно. Давайте.
Так, ускорение перезарядки, максимальная мана, регенерация маны. Так, у нас с маной там, по-моему, вообще проблем не было, да? Если только ускорение перезарядки, получается 3 на 9%, критический шанс. Ну, вот я насчет... Блин, что-то какое-то... Что за говно? Что за говно? А где усиление навыка? Почему нет? Я вообще не понял, что за дела. Так, ну давайте-то реген маны, что ли, я хрен его знает. Начальное значение 1. А, может от начального значения максимальная мана. Так, 3. Ускорение перезарядки. Ну давайте, давайте. У нее там, по-моему, они неплохие КД, поэтому 10% все-таки. А, давайте, ладно. Не особо. Так, и зачаровать. Посмотрим, что у нас здесь. А, вычеркивает скорость передвижения атаки на 15. 3, да. Наколдовались. Окей, нам на этот, который... перековывает, в общем. Ну, меняет алмазы, обменщик. Надо будет к нему сгонять, потому что у нас зеленых уже прям 72, пипец. Брешь. Ваш герой удивляется при виде бреши в стене. Она открывает вид на красивую пещеру разрозненных кристаллов и древних сталактитов. Окей. Может как-то пролезть туда? А, да, ну, собственно говоря, вот здесь сейчас пролезем, наверное. Так, что-то тут ничего нету, ни интерактива, ничего. Чего? Так, тут сейчас засада будет какая-то стопудово. Диск путешествий. Для удаленных путешествий. Так. Ой-ой-ой. Давайте, наверное, зайдем сначала в маленький сундук, а потом в диск удаленных путешествий. На самом деле, сейчас бы надо поразбивать бы тоже уже предметы. Потому что что-то у нас их прям битком. Да, вот опять. Но с другой стороны, смотрите. Зеленый берешь, да, у него 4 дырки. Когда ты его улучшаешь, получается, будет 5 максимум, да, синий. И вот это вот на самом деле неплохо, да? То есть можно будет зеленую вещь какую-то, да, апгрейдить до фиолетового. И с 5 дырами, это же вообще пипец. Это же вообще пипец. Так, блин, что-то мне кажется, что где-то вот здесь там... Ну ладно, давайте посмотрим, мне кажется, туда бы надо в первую очередь, ну посмотрим. Так, ну регенерация здоровья секунду, я знаю, кому отдать. У нас это неубиваемая зараза уже. Это просто пипец. Так, лагерь экспедиции, опа. Маленький лагерек. Так, что еще? А, вот, пистолет Лоррейн какой-то. Ни хрена себе. Скорость 2, шанс крита, пробивание брони 11. Он что, одноручный? Одноручный. Блин, вот это да. Кстати говоря, лучница это, наверное, неплохо было бы уже пообновить, да? У нас ведь... А, у нее оглушение, блин. У нее оглушение, ребятушки. Да, вот эти они, конечно, хорошие, но... Но, блин. Так. Минус... Ага. Можно на самом деле вот так вот взять, то есть... В принципе, урон, смотрите, какой 14 и плюс 10, да? То есть здесь будут постоянно броню, а оглушения, правда, не будет. Но можно это и по урончику, да? Ну, в принципе, я думаю, что, наверное, все-таки... Все-таки наплевать. Неохота... Так, записка. Неохота оглушение решаться. Видимо, так, заметка экспедиции. Видимо, вот и все. Я дошла до конца дороги, эта пещера оказалась тупиком. И мне можно не надеяться, что я смогу пройти мимо тех безумных элементалей без своего меха. Если бы я только знала, почему телепорт, которым я пользовалась, неожиданно перестал работать. Я надеюсь, Зелис придет в себя и вернется за мной. Зелис, это, наверное, мех тот, да? Такой милый... А, нет, хрен лысого. Такой милый мальчик. Иногда он так странно себя ведет, наблюдает за мной, когда не видит, что я заметила его. Я всегда думаю, нет ли у меня грязи на лице или дыры на рубашке. Но он предан делу экспедицию, как никто другой. Мы далеко зашли, но так и не поняли, откуда появляются эти бронированные существа и почему они нападают на нас. Разделиться и продолжить поиски в группах поменьше было плохой идеей. С другой стороны, возможно, какая-нибудь команда нашла что-то полезное. Сейчас мне нужно отдохнуть, запасы пищи недавно закончились. И перекус тем с сиреневым грибом был не лучшей идеей. Я чувствую, как начинает болеть живот. Лоррейн. Значит, Лоррейн тоже погибла. Какая печальная история. Еще бы вспомнить, кто это. Еще одна капля памяти падает в океан истории и теряется навеки. Скажи, здоровяк, морозники все такие поэты?
Все морозники говорят, что думают. Я цитировал отрывок из изречения, которое у моего народа принято говорить, когда кто-то умирает до того, как его воспоминания смогли записать в камень воспоминаний. Для морозника такая смерть равносильна бесчестию. Замечательно. Можно мы теперь вернемся к делу? Похоже, что поиском была занята команда побольше. Записок больше нет? Нам нужно тщательно все осмотреть, чтобы найти зацепки. Погодите, а что это лежит возле нее? Это пистолет? Это пистолет, это не вопрос. Вы улыбаетесь, видя радость на лице Мэйв. Вы не можете сказать, что и когда вызовет радость у девушки такие чувства. Вы слышали о древних чертежах оружия, стреляющего снарядами с очень высокой скоростью из ствола с помощью небольшого магического взрыва. До сего момента вам попадались только обломки. Теперь у Мэйв появилась возможность испытать его эффективность. Вы чувствуете ее предвкушение, как она делает... Чего? Несколько пробных выстрелов. Так. Блин, что-то там прям намекают, да? Намекают. Пробивание брони на самом деле. То есть, может быть, колоссальный урон вырастет. А скорость атаки 0.25. То есть, она еще ну, побыстрее так-то. Вот против боссов вот эти два одевать, это все жопа. Там, мне кажется, пробитие будет просто колоссальное. Но вот этот лук я, по-моему, зелени улучшал. И вот здесь как раз-таки 5 дырок. Поэтому не знаю. Вот этот вот еще будет улучшить, и он будет, наверное, даже покруче. Ой, эти дырочки, прям вообще, мне кажется, лучше, самое лучшее, что есть в пушках. Даже зачарование не так сильно, если много дырок. Так, нам обратно надо. Да, вот, получается, в самое начало. Ну вот, и получается, что типа зеленая вещь, если ее постоянно в кузницах улучшать, то она будет потом, наверное, получше даже фиолетовой какой-нибудь, ну вот, золотой. Да блин, почему все сюда, перед самое. Так, голде, вот видите, сундук же, не? А, он открыт. Жаль. Так, у нас что здесь? Что-то здесь у нас. Так, древняя техника. Угу, там бой какой-то. На этой машине установлено много клапанов и хронометров. Индикаторы на большие хронометры изменены в область красного цвета. Окей. Значения не могут определить. Ой. А, это этот, элементарь огня. Небольшой вихрь из желтого и красного пламени взвыл перед вами, принимая человекоподобную форму. Он скрещивает будто руки на груди. Два больших языка пламени. Видимо, это страж кристалла огня. Даже на таком расстоянии ваш герой чувствует волны невыносимого жара. А сборона пот уже льется рекой. Естественно. Ему уже... Он же этот, из этих... Ну, давайте посмотрим. 200-300 миллиардов процентов... Против огня у него, да? Ну чё? У нас огнём-то никто не стреляет, кроме этой тётки. Так, ну давай. С центра появишься, за серию, стопудово. Да. Так, теперь нам надо, как всегда, ограничивать подход вот так. Ограничивать проход вот так. Потом делаем так. И потом... Так, подожди. Подожди, это потом вот так. Вот так. Потом вот так. Так, этот, наверное, он там уже. Блин, вот я не знаю, очередь. Ну, давайте подождем на всякий случай. Давай так. И потом стреляй. Тут давай вот так вот. И вот так вот. Так. Давай так. Нани. Так. Ну, вроде норм. Так, сейчас все закидаем сразу. Ой, смотрите, она вообще... Фига себе, по 3 штучки. Ну, он огненный, поэтому только этой фигней стрелять. Он, кстати... 3... Ни хрена себе у него урона-то. Сколько она... 60 стоит. Блин, слушайте, ей реген манна срочно поднимать. Она же вообще будет убивать всех. Случайная стихия, пустота. Охренеть. Вот это дичь. Только посмотрите урон на этот, пипец. Так, ну там все уже умирают.
Естественно, естественно. Так, убираем вот так. Блин, против огня, конечно, пипец. Давай так. Погрем на себя. Давай вот так. Блин, я огнем зря. Сейчас чувствую, мне прилетит. А, ну хотя бы этих не 100%. Нормально. Так, давай кровотечение. Он там, по-моему, как вроде как игнорирует броню что-то там. Что-то типа такого. Ну, вроде нормально. Пока вроде нормально. Давай так. Давай, наверное, вот так даже. Так. Давай-ка так. Что-то их там до хрена вроде. Давай-ка вот так поставим. Ну, у вас стадия босса, там пока живут вроде все. Босс просто исчезает, охренеть. Босс просто, ребячки, исчезает. Офигеть. Блин, ну вот эти вот стрелы, это пипец. Вот. Пью-пью. Ой. Шипы сработали, вот стопудово. Блин, пипец. Ну ладно, давайте, наверное, так. Погрем вот так. Жаль, 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 жаль. Теперь непонятно будет. Так, ну там просто шипы сработали, да, видимо. И она просто-напросто исчезла нахрен. Так, давай так, и давай так. Давай так. Давай обратку врубим. Блин, вот на самом деле непонятно. То есть просто за один залп она умерла. И то есть он включает шипы или хрен его знает. 25 брони атакующего как чистый урон. Атакующий чистый урон. То есть вот это вот. Но не знаю, как так. Она вроде нормально, нормально, нормально. А потом хренак и исчезла. Дикий прилетел, как какой-то дикий урон, блин. 16 брони, ни хрена себе. Да, ну тут на самом деле уже все, в принципе, выровнялись. Но эльф все равно впереди за счет самона. Кстати, вот щит неплохой, 16 брони, с ума сойти. Нам бы скорее бы вихрь прокачать бы до второго. И этот щиток, наверное, до фиолетового, и вообще огонь будет. Так, ну вообще ничего сложного. Кто-то там помер, конечно, ну ладно. Какое любопытное пламя. Похоже на то, что было у алтаря огня. Я вижу еще одно вдалеке и еще одно. Смотрите. Разве не очевидно? Это те самые 6 сыновей. Попробуйте использовать Аква-Аквис. То есть, если мы потушим все 6 огней, то получим сокровище? Стоит попробовать. Давайте искать остальные. Естественно. Так. Какой-то свиток чар. Дальнего боя может нападать... Чё? Так, зачарованный урод пускает 3 снаряда вместо одного. Зачарованное оружие. Ни хрена себе, каждый заряд носит 20. Дополнительно, включая усиление. Также 100%. А, дополнительно, туфта. Также снижает урон от навыков на 40%. Это у нас интересно? Урон от навыков. Это чисто стрелку, значит. Да, чисто стрелок, дебафер, например. Ну-ка. Так, солнце, да, получается. Зачарованное оружие выпускает 3 заряда вместо одного. То есть она... Ой, слушайте. Так. А получается, она если 3 раза будет стрелять, значит 43% там на 3 выстрела будет. Это 100%. Это больше, чем 100%. 150%, грубо говоря, будет на то, что враг при ударе будет застанен. Это просто нереально. Чисто для дебаферов. Так, 20 основного. Вот основной у нас урон это вот вода, а дополнительная земля. То есть получается 100%, то есть 10-20 будет урон. А здесь, ну там маленький, да. Также снижает урон от навыков на 40%. Вот это вот непонятно. Вот это вот на самом деле непонятно. Снижает... увеличивает общий урон от оружия на 20%. Слабое отбрасывание, враги недолго шатаются от удара. Блин, прям не знаю даже. А если, представляете, 2 вставить? Это же пипец, там по 6 патронов будет. Тут вообще просто дичь будет. Вот 40% можно понять, снижает урон от навыков либо у тебя, либо при ударе. Наверное, у меня все-таки. Так, уменьшает заправление врагов стихия на 12 в течение 10 секунд. Эффект не будет суммироваться, если применять чары того же типа на оружие. Блин, можно так-то попробовать. Ага, попробовали. Я забыл, что у нас там 6 даже на... Окей, попробовали. Так.
Записка. Природа магии, автор Протей. У магии есть две техники применения: созидательная и разрушающая. При созидании вы освобождаете нашу жизненную энергию наружу, будто бы забирая часть ее изнутри, и передаем ей новую физическую форму. Этим методом с помощью магии мы создаем запасы еды, заряжаем кристаллы, вызываем дождь, чтобы поливать наши посевы. Что-то в правом ухе щелкает. При разрушении мы удаляем уже существующую материю. Например, когда мы сравниваем горы с землей, чтобы создать новое пастбище. Есть две конкретные вещи, которые заставляют меня задуматься об этой динамике. Первое, что именно происходит с материей, которую мы удаляем из нашего мира. Она полностью исчезает или преображается во что-то, что мы не видим и не понимаем. Возможно ли таким образом исчерпать всю материю? Вторая проблема гораздо серьезнее. Разрушающая магия кажется гораздо сильнее созидательной. Почему так происходит? Это только вселенский порядок, поскольку разрушать гораздо легче, чем создавать. Или кто-то специально так сделал? Чё-то прямо сейчас загоняться там чувак этот. Протей, блин. Так, броня. А, штаны мага, вот прям написано. О, три мастерства. Ну-ка. У меня есть хозяин для этих штанов. Так, ну все лучше, ну все лучше. Скорость атаки нам не нужна. Три мастерства. Увеличение сил навыка 10%. 133. 150. Красота, тра-та-та. Что, зачаровать бы? Ну ладно. Пока. Покачивая. Так, кристалл манты не взяли? Ваш герой получает осколок огненного кристалла и не могут вернуться к наставке. Погуди, тут еще дела. Тайная техника, так, понятно, голды. Что, бесконечная голды? А где голды-то? Что-то странно пропало. Ой, инопланетянин, игрок, ничего себе. Давайте сохранимся. Что это такое? Впечатляюще, разве ты не видишь? С помощью этого, скорее всего, получает ману высочайшей концентрации. Смотрите, мана, похоже, влияет на эти, в эти чаны. Постойте, а что это там плавает? Только увидели, что ли? Здравствуйте, деда Копца. Что вас сюда привело? Мы можем спросить то же самое у тебя. Что ж, хороший вопрос. Я живу здесь уже 10 секунд, но ответа на него так и не нашел. Но одно могу сказать наверняка, это мана наивысшего класса. 10 секунд? Это же всего лишь 2 мгновения. Но может и дольше. Время для меня довольно устаревшая концепция. Ты должно быть игрок. Ага, значит, вы слышали обо мне? Именно. И то, что мы слышали, лестью не назовешь. Почему вы всегда сталкиваетесь с непониманием, куда бы мы ни шли? Слушайте же, я член континиума Y. Моя раса всесильна, а да, направляет низшие расы на пути к величию. Мы покорили время и пространство, и теперь смело идем туда, куда никто не шел до нас. Так что ты здесь делаешь? Как же, у меня здесь перерыв от более важных дел в другом месте. И, а еще мне надоели мои собратья в континиуме Y, и я решил найти товарища по путешествию. Так зачем ты сковал голема? Чтобы взять его с собой попутешествовать? Ты же знаешь, что он не может этого делать. Он запрограммирован лишь для одной цели – проведения на смертных испытаний начинающих чародеев. Мне как все равно. Может он задумается, если дать ему 1000-2 лет. Вряд ли вы поймете, но достаточное количество времени может творить чудеса. Вы кажетесь достаточно разумным существом. Может вы сможете его убедить? Мы готовы попробовать. Лично мне перспектива путешествия с тобой кажется весьма привлекательной. Увидеть множество новых мест, испытать что-то новое. Увы, мой долг мне этого не позволяет. Я знавал таких, как ты, Тень, я бы тебя не взял. Даже если бы ты захотел, учитывая, какие вы все хитрецы. Идите, убедите голема и затем возвращайтесь ко мне. Вы можете найти его неподалеку. Буду вам вечно благодарен. Ну, может, не бесконечно. Тогда я дам вам что-то, что продлится целых 100 секунд. Целых 100 секунд? Ну ты нас балуешь своим вниманием. Знаю, ваша благодарность тронула бы меня, если бы ваше существование был такой смысл. Какой-то смысл. Какой-то... Дурак. Окей. Все-таки у нас еще один огня потушен, окей.
Так, крылатые ботинки. Увеличивает скорость передвижения в бою на 25%. На ботинки, да? На реликвии, окей. Окей. Так. Короче, теперь у нас, видимо, квест убедить голема, да? Алтарь огня. Так, подожди, какой алтарь огня? Скованный голем. Похоже, игрок имеет дружное намерение, или, по крайней мере, невраждебное. А то он устал от своих собратьев и решил взять голема с собой в путешествие. На голема все же туда. Окей, сейчас убедим. Проблема-то... Ерунда. Какого-то голема убедить. Так, у нас здесь, кстати говоря, еще что-то... А, алтари там у нас не потушены. А что, может здесь забраться? Нет. Окей. Големы, кстати говоря, что-то какие-то вообще не сильные. Единственное, только иногда бывает, у них там прилетают откуда-то шипами, блин, просто умирают за проказ. Вот, кстати, опасно, вот девахи нашей. Так, давай еще один. Вот этой вот тени, да, потому что у нее один проказ сильный, то есть не постоянно маленький урон, а один большой, это пипец. Так, какой-то портал новый, это дурак на... А, подожди, слифа-то здесь не было ведь. Значит, кто-то... А, это вообще не портал. Это барьер. Голде. Маленький сундук. О, это наш. Так, 18 уже пошло, пипец. 20 скорость, а так в секунду. Погоди, чем больше скорость, значит... Атака в секунду. Атака в секунду. Чем больше скорость... То есть, получается, тем он быстрее стреляет, правильно? То есть, если бот один, то одна атака в секунду, да. Здесь 0.20, это получается 5 атак в секунду, что ли? Не, подожди. Подожди, это... Атака в 5 секунд, во. А, подожди, 60, господи, я отста уже считаю. То есть, получается, одна атака в 3 секунды. Так, замедление, оглушение, ошеломление, пробивание брони. Слушайте, здесь все пробивание брони, на самом деле. Ой, а сколько дырок у тебя? Может, так... Здесь у нас 0.29, то есть 0.30, то есть получается два раза в... О, господи. Один раз в 2 секунды стреляет, каждую вторую секунду стреляет. Тут скорость большая достаточно. Физика и шанс крита, блин, вот на самом деле крита неплохо. Так, здесь у нас... Сколько? 0.20. А здесь 0.25. 0.59. Ни хрена себе. 0.6, это получается по 40 секунд, то есть это где-то, блин, я даже не, я даже не знаю, сколько это вообще, просто дичь какая-то, по полуатаки в секунду, короче, офигеть, а, нет, это атака, наверное, 0.59, блин, вот непонятно, 0.60, если будет, вот то здесь вот, от, а, наверное, атак в секунду, так это получается от 100, наверное, от 100, все-таки не от 60. Блин, вот это вот на самом деле скоростной против бронированных прям хорошо зайдет. Поэтому пока мы его трогать не будем. Так, барьер молнии. Видимо, нам надо возвращаться. Но у нас еще не потушен какой-то еще один, видимо. А, вот маяк. А, ну, блин. Погоди, инопланетянин, маяк. А что мы тут-то? Это... А, все, я все понял. Я просто блан. Так. Сектор земли. Сектор приз на барабане. Так, маяк, маяк. Получается, у нас вот этот маяк. Блин, нам надо обратно перейти. Ох ты. Хреново. Ну ладно. Сколько у нас денег уже? 4000, блин. Надо бы скорее улучшение этот купить. У нас пипец уже какие-то неубиваемые. Не легенда, а хрен знает. Вначале было трудно, а сейчас что-то прям вообще все дохнут. Просто дичь. Так. Инопланетянин, так, и маяк. Это мы потушили. То есть нам, получается, надо вот сюда идти. Но у нас вот здесь вот какой-то пипец. Здесь, наверное, не пройти ни хрена, да. Так, куда поближе можем? Вот сюда, например, да? Блин, тогда уже проще так обойти, охренеть. Тогда проще так обойти. Чё там, порталится еще что-то? Блин, огненная мне на самом деле не особо нравится. Вот сейчас земля будет, вот, наверное, там будет круто. А, ну да, вот, собственно говоря, вот еще один там вверху. А потом сюда вниз. Так, потушен, окей. Потушен и нафарширован. Сейчас тут последняя будет, видимо.
Уже по 29 голде. Голде, блин. Так, опять сундук. Ой, подожди. Так, ты чисто броня какая-то. И смотри, тут мощь какая-то. Мощь. Так, пара... Да, тут все одно и то же. Все паровые, да, ну их нахрен. Так, о, кстати. Подожди, что такое? Башня огня-то ее уничтожать надо, да? Так, ну на самом деле тут, наверное, все просто, я думаю, да? А, они со всех сторон, да? Ну ладно. Moving into position. Давайте вот, наверное, сюда. Давай сюда. Ты давай сюда. Давай так. Давай так. Да-да-да, ты так. Вот так. И, наверное, как-нибудь вот так. Так, ты. Давай так. Давай так. И, наверное, куда-нибудь по пруд. Вот это... Нет, снизу нету, да? А, ну вот отсюда. Давай-то вот так. Окей. Так, ну и танк, соответственно, тоже. Вот так вот. Все, погнали. Так. Любители пострелять. Так, давай так. Так. Пока норм. Смотрите, башня просто исчезает, охренеть. Так, башня. Башня просто исчезает. Так, эти у нас там умирают. Хорошо. Давай тык. О, обезвижу, да, реально. Так. Теперь хилку надо кидануть, наверное, все. А, подожди, это у нас. Это нет, это нормально все. Дерево там поперло куда-то. О, что такое? Почему все умер? Почему все умерли? Уй, там девчонка просто пипец умирает. Страдает просто. О. Так, давай так. Давай так. На ней. Yes. О, боже мой. Вот ведь засеял. Вот надо вот... Блин, даже это уже почти убили. Вот ведь, а. Любители пострелять, блин. Так. Ай, давай это уже добиваем нафиг. Смотри, пипец. Зверюги, блин. Так, у нас там... У нас проблемы, Хьюстон, у нас проблемы. Как-нибудь бы... Ладно, давай этих двух. Добьем уже. Ну все, тут в принципе осталось. Осталось ничего. Давай туда. Пускай там отгоняет всех. К танку бы на самом деле скорость вообще бы здорово было. Чтобы он там бегал прям как псих от одного к другому. Ну что-то... Я бы не сказал, что прям пипец легко, но... Не трудно. Не трудно, так скажем. Ноль. А, ну 160%. Пипец. Да вы это куда, блин, остолопы? Вы куда назад нахрен? А, дебилы. Давай, надо приманивать уже. Давай, поможем там наверху. Что-то нас там пробивает. Давай, вот так. 59. Так, видимо, это... А, вон, да, сверху поперло, отлично. Так, сверху. Давайте добавим немножко им холода. Так, повреждения. Давай, тык. Нани. Так, ты давай, блин, тормоз. Иди. А, там просто, смотрите, исчезают. Народ просто исчезает. Пипец, там вообще уронище, жесть. Все тут. Можно вот так вот уже делать. Отводить вовремя. А, мне кажется, они просто сами по себе уже так застреливают всех.
Блин, какое-то шоу бы нехило тут началось уже. Так, все, микроконтроль. Вот скорость добавил, микроконтроль пропал вообще сразу, пипец. Давай-ка это все исправлять. Так. О, хорошо на огненных-то, прям вообще зачетно. Болван, блин. Так, у нас там кто умирает? Никто, никого вроде. Так, давай еще одного. И вот так вот. Холодом, кстати, неплохо, мне кажется, он фигачит. Ой, там. Ну так, да, неплохо, неплохо. На самом деле пробивает. Так. Танк, давай-ка вот так. Давай так. Вот так вот. Ну, нормально. Все, замечательно. Так, что за колечко дали? Очки маны, реген маны, броня 3. Ну, кстати, неплохо, если до фиолетового еще догрейдить. В принципе, неплохо. А, у танка, посмотри, что за кольца там с броней тоже что-то. Броня 8, броня 6 и шипы, да, наносит. У нас бот... Блин, у нас нет этого. Окей. Блин, вот еще бы вот такое с зачарованием. Игнорирует броню в секунду в радиусе 4 метров. Если 2 будет, это же пипец. Про то, что одинаково, вроде не сказано. Поэтому я думаю, что нормально должно быть. Так, пустой пьедестал. Я чувствую слабые отголоски магии. Здесь когда-то содержался предмет великой силы. И где он теперь? Ты его чувствуешь? Нет, его здесь давно уже нет. Либо кто-то его забрал, либо он уничтожен. Ага. Сундук с реликвией. Ну давай. Так, воздух. 22%, ни хрена себе. Пробивание маг брони 20. Шанс крит урона 16. И зачарование, да, еще есть. Блин. Воздушный посох. Тупо стрелять неплохо, на самом деле. Что это здесь? Живая стена пламени. Еще. О, золотой гонг. А, окей. Так, ну, нельзя окунуться. Жаль. Но на самом деле он показывает, как... Интересное место. Блин, у нас еще тут что-то не взято. Так, получается... А, вон, подожди. Так, что получается-то? Маяков-то сколько мы задули? Раз. Два. Два. Так, это пока туда. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Все, шесть мы маяков задули. То есть, получается, сейчас нам вернуться к этому лоботрясу. И все. По сути. Давайте это и сделаем. Че, нам, кабана? Так, только куда вот, я вообще не помню. По-моему, где-то вот здесь. А, вот где-то здесь рядом вообще. Где-то здесь. Так, что такое? Что за дела? А, блин, тут проход есть. Блин, вообще не помню на самом деле. С фонтанчиком охлебнули, по-моему. А, да, вот алтарь огня. Ну-ка, за серия. Я огненный отец, погасите меня, погасну я. Чего? Шесть сыновей моих. Вот не дай бог я кого-то там пропустил. Это просто дичь будет. Так. Фиг его знает. Вроде как... Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И вот здесь... Где шестой-то? Вот он. А, ну да, вот, собственно говоря, я сюда-то не ходил. Шестой-то здесь. Чпоньк. Прекрасно. Не знаю, считал ли кто-то из вас, но это был последний из шести сыновей. Что ж, пора вернуться к алтарю огня и посмотреть, можно ли взять что внутри.
Так, интересно, интересно. Но для начала я здесь увидел этот сундучочек, который мы пропустили. Провианифиз брони и маг броне. Ну, кстати, 6. Если его заапгрейдить, то я думаю, может быть, что-то еще добавится. Ну, блин, кузницы, они довольно-таки редки. Довольно-таки редки. И, кстати говоря, по-моему, в самом первом этаже у нас была кузница, которая, типа, можно было вернуться, надо вот посмотреть. Амулет огня найден. Кольцо свободы, оглушение. Так, это, наверное, какой-то квест был, да? Видимо, так, ну да, наверное, квест амулет огня. Это виспа, да точно, блин, я про виспа-то забыл. Так, ну что, получается, все, нам возвращаться надо, да, уже? Получается, сюда, скованный цепь. С големом надо еще поговорить. Ну, ребятушки, наверное, уже поговорим уже в следующей серии с этим проклятым големом. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку. Увидимся в следующей серии. Всем доброго, друзья, всего самого хорошего и всем пока.